Сегодня утром в Советском округе произошло ДТП с участием тепловоза. Водитель грузовой «Газели» пренебрег знаком «Стоп» перед рельсами, за что и поплатился. Звезда Ютуба. Шлагбаума на этом участке дороги нет, и предполагается, что водители будут руководствоваться знаком «Движение без остановки запрещено». Теперь об этом знает и шофер «Газели». По счастливому случаю люди в аварии не пострадали. Вообще непонятно, как на открытом участке местности водитель не заметил тепловоз. Как пишут в соцсетях хомячи, несколько лет назад на этом месте часто дежурили сотрудники ДПС и безжалостно наказывали всех, кто проезжал рельсы без остановки. Может, стоит возобновить практику?